Я закончил консерваторию имени Чайковского как оперный певец. У меня есть три специальности. Артист оперного театра, эстрадно-камерный певец, преподаватель. Я хочу превзойти достижения былых лет, потому что я считаю, что человек с каждым годом должен подниматься все выше и выше. Но я пришел, чтобы победить. Добрый день. Как тебя зовут? Меня зовут Станислав Ли. Откуда ты? Я из города Алматы. 24 года. Что будем петь? Будем петь песню Муслима Магомаева «Верни мне музыку». Поехали. Моя любимая песня. Моя любимая песня. Уведу тебя от дома, уведу на виду у всех знакомых, уведу, уведу, на радости веду, одной натянутой струной мы связаны с тобой. Ты сквозь года, ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Ты сквозь года. Спасибо. Ну что, я думаю, Николай Басков где-то там прикуривает нервно в Москве. Спасибо большое. Волнуется. Слушай, а ты сможешь вот так говорить «спасибо вам»? Спасибо вам, друзья! Ну, я тогда не вижу вообще никаких проблем с этим парнем. Честно скажу, я бы не хотел, чтобы ты попал в мою категорию. А как ты будешь петь, например, Энрике Иглесиаса? Ну, вы научите. Все, все мои доводы исчерпаны. У тебя потрясающий красивый тембр. Давайте будем голосовать. Надо подготовиться. Да! Да! Да, и ты проходишь на следующий тур. Спасибо большое. Поздравляем. Я тебя поздравляю, дорогой друг, от чистого сердца. Ты очаровал наше жюри. Благодарю. Долго готовился к этому выступлению. 7 лет в Московской консерватории готовился к этому выступлению. Угу. И это получилось. Тебя Саша Шевченко сравнил с Николаем Басковым. Готов ли ты носить вот это имя? Скорее, Дмитрий Хворостовский. У нас с ним тембры одинаковые. Ну, как бы то ни было, я желаю тебе удачи уже в следующем туре. Спасибо большое. Мы еще будем за тобой наблюдать. Спасибо большое. Я выиграю!